Сегодня у нас 30 мая. Наталья в руле. Ты моя хорошая, да? Ой, какая хорошая. Здесь время познает пространство, глубину. Так, тут яма. Все хотят отдохнуть на природе, пока жарко. Руль что-то у меня покривился. Привет, кот. Ты ждал нас, да? Да, соскучился, ждал нас. Всем привет! Сегодня у нас 30 мая, на улице жара, градусов, наверное, 20. Но у нас показывает 30 на солнце. Ну, это на солнце. Ну, наверное, 24-25 точно есть. Стоим в пробке на Челябинском тракте, едем на Вишневые горы смотреть природу. Вершинки какие-то, на которые можно будет заехать. Также, возможно, посетим какое-нибудь озерцо, попечем что-нибудь на костре, сделаем пикничок. Тихонечко едем. Собачка у нас отдыхает, смотрит в окно. Поднимаемся на горочку, не помню как называется, горнолыжная гора. Подъем сюда такой light of road. Наталья в руле. Поднимаемся на гору Кобелиха. Дорога сухая, никаких проблем не возникает. Машет вам рукой. Вот нам туда, наверх катимся. Просто на пониженной едем. Ну, это обычное явление. Всегда задеваем ветками. Хоть с багажником, хоть без. Так, судя по шуму мотора, включилась яскостная муфта. Напомню, на улице 26, тепла.
Дизель прет. Наталья едет. Вот мы забрались на гору Кобелиха, 574 метра. Сейчас попробуем подъехать туда, где красивый вид. Тут красиво, да? Вот уральские горочки. Челябинские озера. Сейчас куда-нибудь в тенек машину поставлю. Конь. Вот мы прибыли на вершинку. Здесь нам открываются отличные виды на озера. На горочки. Решили мы попить чаю в тенечке с видом красивым. Тишина, тепло. Но когда тепло, одолевают мухи. Когда мух нет, значит холодно. Собака у нас нашла сразу себе занятие. Ева, покажи зрителям свое лицо. Девушка, Ева. Ой-ой-ой-ой-ой. Вырыла она вот здесь вот канаву. Видимо, кому-то в гости хочет попасть. Еве, конечно, на природе раздолье бегает, гуляет, копает. Ну и нам хорошо. Наталья у нас решила немножко полежать, отдохнуть на горочке. А мы с Евой решили прогуляться по лесу. Сейчас идем по хребту. Посмотрим, там дорожка какая-то еще была. Может, какие-то еще интересные виды нам получится подъехать, увидеть. Так, в лесу, конечно, красота. И погода радует. Собака вообще, она счастливая, носится. Для нее кайф, хоть и жарко, но она любит новые места. Всегда, когда приезжаем, у нее счастье полное, полные штаны, которых нет. Девушка, айда ко мне, айда ко мне, иди ко мне, иди ко мне, моя хорошая. Ты моя хорошая, да? Ой, какая хорошая. Ой, какая хорошая. Хорошая. Пойдем посмотрим, что там дальше есть. Пробираемся с Евой на поляночку. Тут я ее увидел. Тропиночек нет. По лесу шлепаем. Вот, в принципе, те же самые озера, только вид с другой стороны. Здесь такие поля.
Проедемся немножко туда по хребту, где я гулял. Попробуем, может, какое-то еще местечко. Дорожка есть квадроциклетная? То, что мы любим. Квадродорожки. Сейчас попробуем там прокатиться. Так, на муравейник не заехать. Дорогу завалило. У квадриков есть объездка. Мы сейчас вот там рванем. Пошире, пошире. Все коробки развалились, порядок надо вывести. По квадроциклетной тропиночке мы по хребту проехали дальше. И сейчас, наверное, нам откроются виды. Прям вот предчувствую, что сейчас мы в ту сторону сможем увидеть. Красиво. И вяжи сюда дорожку. Ну и ездят, ходят, гуляют. Здесь время познает пространство и глубину, гласит вывеска. Так, ну вот дорога дальше уходит, но я не знаю, имеет смысл туда ехать. Тут, в принципе, те же самые виды. Соболь на хребте Вишневых гор. Такой у нас скалолазом стал соболь. Таскаем мы его по горам. Точнее, он нас таскает. Наталья делает какие-то фото для истории. Дальше не поедем. Там слишком узко деревья. Я сходил на разведку. И вот еще раз. Это вот изображение. Какого-то лешего. Здрасте.
маленькие городки такие забавные, там всякое разное такое продается. Тут своя выпечка. Ой, что купил? Это семейка называется, внутри конфеты. Класс. А это рогалики с шоколадом. Вау. Ева сразу оценила. Ей захотелось все. Тебе, Ева, вот вода. Пей. Все. Сейчас смотрим, едем курочкин лог. Время уже 5 час. И на озеро купаться. И на озеро домой поедем. Вроде есть, да, дорожка? Да. Опять узко, все узко. Пытаемся по джунглям к курочкину логу. Это название. Смешно. Ну вот мы прибыли к месту. И здесь прям яма-яма. Большая, огромная, глубокая канава. Вау! Тут с водой еще. Угу. Ну а без воды я фотки видела. Стой! Вместе. Видеофотку сюда спускались. Здесь велась добыча каких-то минералов. Каких точно сказать не можем. Литературу не читали. Только не кидай туда ничего, ладно? Ладно. А что? Ну, ел очень. Да. Паучий гамак, целый дом построили, многоуровневая какая она тут плетенка. В общем, посмотрели мы курочкин лог, рукотворная яма, таких видели уже не одну. Заполненная водой, но в общем ничего интересного. Ну, вот сейчас время 5 часов. Попробуем найти на одном из озер местечко. Попить чаек и уже спокойненько доехать до дома. Наталья в руле. И такие живописные дорожки. Не все снимаем, потому что Наталье уже тяжело бегать. Когда она может ехать, я выхожу. Ты еще поедешь? Да.
Так, сейчас направлю Наталью. Здесь немножко грязи есть на въезде было. По той дорожке, вот, которая налево уходит, мы до этого приехали. Но там что-то как-то слишком узко было и какой-то поворот. Сейчас попробуем, может, немножко грязи получится поймать. Давай, давай! Так, стой! Пойду на разведку. Так, вот она грязь. Но соболь должен пройти. Наверное. Я не уверен. Так, тут яма. Надо было, я решил сюда. Давай ты потихонечку едь, как так же вот как ехала, на такой же скорости едь и все. Я думаю, ты проедешь. Сейчас я вперед перескочу. Остановились мы, заехали в лес, вот к озеру, большие косли. Но здесь пробовали мы несколько заездов, везде либо рыбачки, либо пикникисты. Вот, поэтому тут достаточно сложное место найти, потому что город Косли рядышком. Ну, мы вот тут вот местечко небольшое такое выхватили, и то к нам сразу подъехали люди. Спросили, с ночевой мы или не с ночевой. Так что все хотят отдохнуть на природе, пока жарко, пока самоизоляция. Ева ходит, собирает то, что не доели другие люди. Яички, колбаску. Сейчас попьем чай и поедем в сторону дома. Что-то у меня покривился.
переезжали через березу, видимо, нагрузка была, что ли. Ну, тяга вообще своей жизнью живет. Хочет гнется, хочет не гнется. Так, ну все, мы, значит, приехали домой. Пробежали мы 350 километров. Ну все, в общем-то, мы дома. Вот такой вот я построил вольерчик собаке. 3D-заборчик. Получился 25 метров квадратных. 8 на 3. Ну, тут 8 с копейками, чуть побольше. Все, Соболь. Вот кот Семен нас встречает. Привет, кот. Ты ждал нас, да? Да. Соскучился, ждал нас. Ждал, котик. Где, говорит, вы были? Где, говорит, ездили? Вот все, Соболь молодец. Всем спасибо за просмотр. Ожидайте новые видео. Всем пока.